Здравствуйте, ребята, и сегодня мы будем делать что-то вроде бота, что-то типа Алисы. Все знают Алису, виртуальную помощник. Вот будет что-то примерно похожее на нее. Для начала создаем проект. И удаляем сайт Scratch.ca. У меня он уже удален. Затем выбираем какой-нибудь фон. Либо рисуем сами. У меня будет положен вот такой вот. А ничего делать поменьше. Что поменьше? Что поменьше сделать? Окей. Затем рисуем спрайт. Это будет наш бот. Конечно, бот может быть просто невидимым, но можно сделать для него и лицо. Это на ваше усмотрение. Рисуем боту лицо. Желание. Может, временно ту эту сделать. Вроде встречи, вещи, то, что... Ага. Кончено. Так. Это будет прическа нашего бота. У вас бот может быть абсолютно другим. У вас бот может быть кошкой, собакой, кем угодно. Это только для красоты.
Как-то вот так. Я готова аватар для бота. Положим, аватарка будет реально вот такая. Теперь я начинаю писать именно код. Берем блок шапку, когда флажок нажат. И берем из раздела внешний вид блок говорить. Там сколько секунд. И пишем сразу похожую на кстати этого. Привет. Я виртуальный помощник. Тут должно быть имя вашего бота. Я виртуальный помощник. Василиса. Есть Алиса, есть Сири. Василиса. Напишите чтобы узнать, что я могу. Затем приходим в сенсоры и выбираем блок «Спросить, как тебя зовут и ждать». Спросить. Собственно. Команду. Затем берем блок «Если». То иначе. Берем блок ответ вот такой вот. Затем приходим в операторе и берем вот этот вот блок. Что-то равно чему-то. Если ответ равен. Help. То.
Берем блок говорить что-то, сколько и пишем в него. Я могу надо определиться, что сможет наш бот. Положим, с нашим ботом можно будет поговорить, как с той же самой Алисой. Берем команду, которая нам будет нужна поиграть с нашим ботом. Будет, скажем, не помню, как будет на английском поговорить, поболтать. Положим, это будет команда Star. Так, я случайно запустила код. Ладно, тоже запускается. Затем берем еще один такой вот блок. Будет что-то, сколько секунд. И пишем еще одну способность бота. Бот сможет что у нас сможет бот? Алиса, та же самая, может читать рэп. Да, она может читать рэп. И этот наш тайный тоже, наверное, будет уметь читать рэп. Пишем. Я могу прочитать рэп. Команда. Команда будет на русском. Напишем. Или же спеть вам рандомную песню из моего хранилища, скажем так. Что еще у нас может сделать бот? Я беру все из Алисы. Это, наверное, самый популярный бот.
Алиса может, что, наверное, сказать время. Я еще не помню, но нас вот может. Я могу напомнить вам, сколько сейчас времени. Давай. Также Алиса, насколько я знаю, может читать сказки. Еще могу рассказать сказки. Вот. Проверяем. Help, чтобы узнать, что я могу. Пишите команду. Пишем help. Я могу с вами поболтать. Надо все поставить. Я могу читать контракт. Вот. Немного увеличим время, то, как она говорит. Затем снова берем блок «Гасить что-то» и ожидать. И вставляем вот сюда, вот, иначе. Отправим помощник, пишем. Пишем не help, а скажем, вот, не та раскладка. Ну, не та, даже не та раскладка этого. А тут Рудс. Точка Рудс. Пишите команду. Рудс. Если. Берем снова блок. Ответ. Если ответ равен то даем сообщение 1. Когда у нас Василиса получает сообщение 1, да, я получу сообщение 1, берем вот это вот. Так, я немного не тот блок взяла. Вместо если то, надо дать если то иначе. Если ответ равен help, то кстати, сообщение 1. Иначе делаем сообщение 2. Берем передать сообщение 1. Но вместо сообщения 1 берем и пишем
Сообщение 2. Ну, пусть будет так. Когда я получу сообщение 2, говорить. Пиши. Команды правильно. Пиши команду правильно. Вот она. Help. Теперь у нас Василиса делает. Положим, мы вообще первым городом Либерду. Хотим Василису побесить. Смотрим блок спросить что-то и ждать. Хотите прибежать в команду и ждать. Дублируем вот этот тут. Если ответ help, то вот от этого блока. И сейчас останавливаем проект. И положим. Я не туда складывала снова. Рудов. Запишите команду. Я не понимаю. Рудов. Пиши команду правильно. Вот она. Help. Рудов. Рудов. Таким образом, у нас Василиса бесконечно будет говорить, что учить. Говорите команду правильно. То есть пишите команду правильно. И будет бесконечно просить, припишите команду. Положим. Я наконец поняла, что не та вкладка немного. Вот, help. Я могу с вами болтать, надо, чтобы болтать старт, чтобы читать рэп, команда рэп. И уже спеть на новую песню из моего хранилища пения. Я могу напомнить вам, сколько сейчас времени. Тайм. А еще могу сказать сказку. Вот, сказка. Затем делаем новое сообщение. Ну, наконец-то. Положим. Рандомное вообще название. Она передает ну, наконец-то. Сама же получает сообщение. Да, я получу сообщение. Ну, наконец-то. Все успевают свои рекламные репутации. Да, я получу. Ну, наконец-то. Снова берем наш любимый блок спросить что-то там и ждать. Пишем. Пропиши. Пропишите команду. И ждать.
Берем блок «если то иначе». И сразу берем сразу ответ. Этот блок равно. Дублируем несколько раз. Так, сколько у нас навыков? 5, 2, 3, 4, 5 навыков. Значит, столько же вот этих вот блоков. Если ответ равен старт, то она нам скажет привет, а лучше спросит привет, Она спросит, как тебя зовут, и ждать. Затем она скажет. Берем блок говорить привет 2 секунды. Говорить. Она скажет говорить лозунг. Я сказала ей, меня зовут Саша. Ну, просто имя Саша. Она говорит Саша. Зачем говорить? Она скажет, какое красивое имя. А затем спросит, как у тебя дела? И будет ждать. А вот это вот не такого же работа. А сейчас берем блок «если то иначе» и вставляем его в графу «иначе». Берем этот блок «ответ равен чему-то» и берем тут, «если ответ равен рэп», то сейчас мы запишем рэп какой-нибудь. Рэп Алисы. Вот, убьем рэп Алисы. Я не боюсь. Да будет. И сейчас скачиваю эту песню. Скачиваем еще вот эту трек. Скачиваем еще вот этот вот трек. Короче, три рэпа Алисы. Приходим в наш текст. В отдел звуки. И сейчас загружаем эти песни. Где у нас... Ой, это не та, это не та, это не та. Да? Это немножко не то. Я не воюю с табуреткой. Ай-яй-яй, Алиса. Это
как ты не воюешь с табуреткой, это очень-очень плохо. И пробуем сохранить, потому что часто, если звук в проекте, он и говорит, не удалось сохранить проект. Ждем. Ура, он сохранен. Теперь прослушиваем. Что я все-таки накачала? Вдруг это вообще не то, что нужно. О, да, это я, Борис. Вам слышно? Да. Это то. Это три репа Алисы. Это не реклама Алисы. Если это реп, то играть звук. Звук, приходим в операторе и берем, так, берем блок вывод случайно от скольки-то до скольки-то, вывод случайно от 1 до 3. И сейчас мы протестируем этот рэп Алисы. Прописываем сейчас Hell. Точнее, Василиса, у нас есть место. Hell. Start. Рэп. Пение. Время. Сказку, можете сказать. Пишите команду. У нас будет рэп. О! У нас работает функция репа. Отлично. Наша Василиса умеет читать реп. Это вообще чудесно. А теперь берем снова блок. Если то иначе. И снова берем ответ рядом чему-то там. Пишем песня. Если ответ песня, то... И тут можно пробовать записать что-нибудь. У меня это будет тест какой-нибудь ля-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 ля. Ля-л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 а-л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 а. Это песня. Да? Да. Вот. Конец. Ну, прослушиваем. Так, не Ничто не записался. слышу. Именно звук не слышишь или меня не слышишь?
Ну, я в наушниках. Ну, вам не обязательно его слышать. Сохраняем. Песня. И можно записать еще одну песню, если проект потянет. Это уже на ваше усмотрение. И можно записать сюда что угодно. Вы можете, если хорошо поете, вам это нравится, любите петь. Вы можете записать какую-нибудь нормальную песню, а не вот эту вот ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну, для примера, тут будет ля-ля-ля, тополя, ля-ля-ля, ля-ля-валь. Я слышу еще парочку песен. Песен, в кавычках. Чтобы наша Василиса пела что-нибудь рандомно. А не просто одну песню, ряд за рядом. Так, упс, ля-ля-ля, тополя, ля-ля-ля, ла-ла-ла, тополя. Жили-были два веселых гуся. Конец. Не на что. Чудесная песня, я думаю. Каждый мечтал послушать. Сохраняем. Песня 2. И можно еще третью песню. Пусть будет третья песня. Почему бы и нет? Так, загружать звук мы не будем. Не-не-не-не. Так, что мне записать? Тут будет просто какой-нибудь. Я не знаю, что будет. Я не приехал хозяин, вот мы стоим, я бы никого, что тебе снится, спасибо, я сейчас получу что-то новое. Положим, проиграем вот это вот. Ну, я считаю, это шедевр. Песня 3. Если ответ песня, играть звук. Песня. Играть звук песня. А, нет. Не песня, а, скажем, выучено от 4 до 24. Мне муж писал, не могу слушать. От 4 до 6. Блять, звук. Будет случайно от 4 до 6 до конца. И сейчас мы проверим, будет ли петь Алиса. Прописываем опять-таки эту рудость, точнее, файл. Может болтать. Спеть песню. Читать сказку. Нет, на планшет времени. Читать сказку.
Первый он запросит команду, и я пишу песня. О, это работает. Это работа. Это хорошо. Затем берем еще один блок. Если то иначе. Еще один блок. Если ответ равен чему-то там. Если ответ равен. Time. Если ответ равен. Time. То сказать, нет, говорить. Переходим в сенсоре. Говорить текущий час. Блин, затем блок. Говорить текущий час. Потом говорить. Текущий. Потом говорить текущую минуту. Так. Проверяем. Команду. Наша команда time. В смысле? А, сначала надо help приписать. Я совсем забыла. Нам надо писать help. 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 Да, перечисляет, что мы можем делать. И затем приписываем команду time. Четырнадцать сорок девять. Все верно. 14:49 сейчас. По крайней мере, по московскому времени. Кого как? Что она может сделать? Она может рассказать сказку. Так что берем еще один блок. Если то иначе. Если ответ рядом. Сказка. То. Понимаю, что она говорит, нет? Ничего не понимаешь. Я себя подзарежу. Мы сейчас в город едем, нет, слушай, Я мотор зарядку. Сейчас можно либо еще раз записать какую-нибудь сказку, чтобы Алиса ее читала, проигрывала звук. Либо можно написать это в такую рекламную говорилку, можно сказать. И если вы хотите, чтобы сказка звучала вашим голосом, то записываем через звук какую-нибудь сказку. И вставляем ее, ну, или две сказки, или три сказки. Вставляем ее так же, как и рэп, и песню. Я сделаю
подсказку с помощью электронной говорилки. И в левом нижнем углу экрана должна быть кнопочка «Добавить расширение». Сделайте многочисленных расширений, убираем текст в речь. И вот можно написать сюда какой угодно текст. Привет, я Василиса. Привет, я Василиса. Конечно, ударение и вообще не ахти, но говорить может. Так что жил ли, были бабка с детской выловили они рыбку и сделали уху. Конец. Ну, это просто для примера. Потом можно написать любую-любую сказку. Но сейчас будет вот такая вот сказка. И у нас осталось последнее «иначе». Это «иначе». Мы вставляем слово, вставляем вот такое вот «говорить». Неопознанная команда. Нажмите на зеленый флаг. И тут можно добавить что-нибудь страшное. Но это пожелание. Скажем, человек не по команде вел, а ошибся в команде. И ему Василиса говорит: неопознанная команда, нажмите на зеленый флаг. И превращается во что-нибудь стрёмное. Но этого у нас не будет, это уже по желанию. Можно, если можно сделать из речки крас. Вот. Так. Можно еще сделать надпись. Я слежу за. Неожиданности. Она будет изменять костюм на костюм Алины. А. Я изменила ее основной костюм, оказывается. Откатим все назад. Откатим все назад. Пишем дублировать. И yes.
будет нас эта милая Василиса говорить. Я слежу за тобой. Страшно, страшно за очками, вот так вот. Ничего необычного. Вот так вот. И вот такие вот брови. Вот как-то так. Линь костюм на костюм 2. А, в самом начале. А, да, Ольга, да. Да, Ольга. Нет никаких участников, кроме меня и себя. Ну да. Почему? И возвращаемся в самое-самое начало кода. И после, когда флажок нажат, мы берем блок «Изменить костюм» на костюм 1. Сохраняем сейчас, чтобы на обложке было мило, была вот эта вот милая Василиса. И пишем файл. Файл. Так, осталось. Сейчас. Рутус. Файл. Ждем, пока она скажет все. Это будет такая страшная пасхалка. Если ты сказала, что ты не правильно, так... Неопознанная команда. Нажмите на зеленый флаг. Я слежу за тобой. Это будет, мягко говоря, неожиданно. Ребята, у нас две минуты до конца Да, я знаю. занятий. Оля, задать домашнее задание? То есть не обязательное домашнее задание сделать так, чтобы, ну, работать чат-бот так, чтобы она могла беседовать с пользователем. Ну, а на этом все. До свидания. Спасибо. Пока.